Есть повод сделать фото, даже если вы не любите фотографироваться. В центральном корпусе «Газпром-добычи Ямбург» в Новом Уренгое появилось 3D-пространство для портретов и селфи. Чтобы ощутить на себе спецэффекты фотозоны, нужно встать в центре композиции. От движения включится студийный свет, зазвучат шум прибоя и крики чаек, подует ветерок и запахнет морским бризом. Ощущения останутся за кадром, но зато задержатся в памяти. А что будет в кадре? Изображение человека на фоне главного перспективного проекта компании. Объем фотографии придают отдельно летящие чайки и плывущая льдина. Здесь каждый найдет чему удивиться. Здорово, неожиданно, я вообще в таком восторге. Вот, прям кажется, что ты-то находишься там, что ты даже чувствуешь запах этой волны, чайки над тобой летают. Через такие творческие решения работники компании погружаются не только в атмосферу морской добычи, но и продолжают путь цифровой трансформации предприятия. Юлиана Драга, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой.